Ты ведь у нас давно работаешь? 4 года. Да, пора отправить тебя в командировку. Этот уикенд 3 дня Барселона. Я еду в Испанию? У тебя идеальная для нее энергетика. В каком смысле энергетика? Ну, знаешь, энергетика, твой драйв, амбиции. А почему в кавычках? Потому что я твоей манде. Все, удачной поездки, пока. Очень круто, я возьму пару отгулов. А я фрилансер, мне отгулы не нужны. Так, это важная деловая поездка, я еду без вас. Ага. Мы в номере отеля, что хотим, то и делаем. Ники! Нормуль, точно? Да, не ожидала, что тут 2 кровати. Девчонки, а диджей-то секси! Он очень крут, реальный музыкант. Иди знакомься! Я Лео, очень приятно. Я Харпер. Надеюсь, ты тут задержишься? Фильм от Netflix. Мы словно 100 лет знакомы. Слушай сюда, твой красавчик Лео сегодня играет на Ибице. Не могу же я сорваться на Ибицу. Завтра вечером у меня очень важная встреча. Это судьба. Кто-то летает на Луну, кто-то исцеляет других, а ты оседлаешь этого диджея. Ага. Очень веский и крайне убедительный аргумент. Если это лучший момент за всю поездку, мне больше и не надо. Лучшее. Не могу перестать о тебе думать. Друзья. Может, это мой последний шанс его увидеть. Познают себя. Харпер, 22 часа прошло, где тебя носит? Знаете что, уровень куизма у меня сейчас зашкаливает, так что в отрыв до утра. Ты что делаешь? Девчонки! Что? Нет, 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 нет! Мне птица в рот насрала, прямо в рот! Твою мать, лучше молчи, не говори ничего! Ничего! Ибица! В гостиницах ультрафиолет лучше не включай, тут следы спермы буквально повсюду. Ладно, сейчас мы с вами эту теорию проверим. Что за нах? О, господи! Оно везде! На потолок-то как попало! Кто-то нам весь номер обвафлил! 25 мая.